Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Сегодня у нас картина «Портрет Людовика XIV», написанная в 1701 году Гиацинтом и Осиентом Риго. Холст масла 238 на 149. Гиацинт Риго – прославленный французский живописец конца 17-го, начала 18 века. Один из ведущих портретистов в период царствования Людовика XIV и Людовика XV. За годы творческой деятельности Риго создал множество портретов своих современников. В ранних работах мастера заметно влияние Тициана и Ван Дейка. Портрет Людовика XIV был написан в 1701 году. Король Солнца представлен стоящим в полном вооружении на фоне долины, где разворачиваются боевые действия. Белая развивающаяся ткань, охватывающая талию модели, своими очертаниями напоминает цветок лилии, геральдический символ Бурбонов. Портрет показывает монарха на вершине его могущества. В течение последующих 7 лет в мастерской художника с этой работы были сделаны 34 копии. Популярность художника была настолько велика, что среди европейских монархов считалось престижным иметь портрет кисти Риго. Ну вот такое описание нашел в интернете. Гиацинт Риго. Портрет Людовика XIV. 1701 год. Холст масла. Пока-пока, до свидания.